have ways of blowing things up. Здорово, ребятушки, с вами Ладушки. Поехали дальше, посмотрим, пощупаем. В кишки мы уже ходили, смотрите, какая штука есть. Ова! Оставляешь, и потом бам, и потом бам. Интересно, сколько она урона наносит. Обнаружено два человека. Обожаю. Поехали. Да ладно. Знаешь, где мы? Мы на месте, мы здесь. А здесь это гдесь? Здесь должен быть вход в вестибюль. Без второго босса подряд, я надеюсь. Они даже не пытаются помешать нам пройти. Что тебе пришло сообщение? Давай глянем. Личное сообщение от Кендрил Эшер. Добро пожаловать, Ред. Отправил несколько минут назад с верхнего этажа Брэк Тауэрс. Воспроизвести. Еще не было возможности представиться. Меня зовут Эшер. Но ты пришла к Гранту. Хорошо. Я бы открыл тебе путь, но так уж вышло, что мы здесь заперты. Проход заблокирован. Это мера предосторожности, чтобы они не добрались до нас. Мне пора идти. Я нужен Гранту. Ну, допустим, конец личного сообщения. Ответись. До скорой встречи. Ответ отправлен. Почему так? Вот бы нанести визит... ладно. Собственно, что тайное рукопожатие, тайные встречи, большие планы. Честно говоря, мне вот этот вот голос на фоне и большую часть того тех вещей, которые они говорят, мне не нравится. Вот прям скажу вам честно, не нравится. Точка доступа. Поехали. Я хотел что посмотреть? Я хотел посмотреть, есть ли у меня новые сообщения. Вот тут есть. Расследование. С точки зрения субординации, офицер Халфорд не мог сделать практически ничего до получения достаточного уровня доступа от администрации, который требовался для обеспечения его же безопасности. Однако одним из побочных эффектов его таланта прогнозирования было неутолимое желание подтвердить все свои гипотезы. Поэтому он принял решение продолжать расследование самостоятельно. Халфорд чувствовал серьезную опасность и не хотел сидеть сложа руки вместо того, чтобы делать свою работу. То, что он увидел в Голдбуке, потрясло его до глубины души. Офицер Халфорд никогда не видел ничего подобного, его руки тряслись от волнения, пока он составлял свой рапорт с места происшествия. Однако он был вынужден прерывать свои записи, когда к нему приблизилась группа людей. Их появление он тоже не ожидал. Прогнозист. Не ожидал. Неожиданный поворот событий. Это выглядит как арена, если честно. Так, терминал. Наличие сообщения. Когда меняется все, не меняется ничего. Это постулат коммерта, это наша миссия. Мы любим наш город таким, какой он есть. Мы не хотели наблюдать за тем, как он приходит в упадок, просто потому, что кому-то понравились. Все, что мы делали, все, что мы делаем сейчас, это для Клаудбанка. Лжец! Заходи в одну причину, по которой я должна тебе поверить. Ответ отправлен. Черный ход. Экран безопасности. Отключен.
Итак, сообщение жителям Клаудбанка. Это сделали мы. Мы, камераты, несем ответственность за непростительные преступления, совершенные против этого города и его жителей. Экстренная трансляция. Это формальная трансляция. Это формальное признание вины. Я торжественно клянусь в том, что все написанное здесь является правдой. Знаете, что я несу ответственность за ужасные поступки, направленные против города Клаудбанка. Мой сообщник Сибил Райс, Ройс Бракет и Грант Кендрелл, мы одни виноваты во всем. И, возможно, самый ужасный нашим грехом, самый ужасный грех в том, что справедливость не восторжествует, ведь все мы разделим один приговор. Написать. Эшер, что же пытаешься сделать? Что же вы пытались сделать, если не это? Архивная служба. Ну, пойдемте по очереди сюда. Архивы данных. Заглянем ненадолго. Здесь хранятся дела на каждого. Сохраняемся. Переделать я пока ничего не буду. Его можно фигачить вот так вот мелочью, пока он... Раз, два, три, четыре. Раз, два, три. Можно было одного из них зачаровать, кстати. Было бы проще. Я чуть не понял, что их три. Хорошо. Такой файт меня, в общем-то, устраивает. А тут ничего, это выглядит как чё. Прикольная тема. Так, у нас три прохода. Можно сюда к сохраняшке? Давайте посмотрим, что там дальше. По идее, нужно бы открыть еще один пассивный слот. Еще одно сообщение. Воспроизвести. Процесс. Эти создания. Они нам больше не подчиняются. Они никому не подчиняются. Мы надеялись, что сможем остановить их без помощи транзистора. А как ты видишь, мы не преуспели. Хотя я думаю, что ты не собираешься просто отдать его нам, ведь так? После всего, что мы сделали. Он мог бы до сих пор быть у вас. Зачем вы на меня напали? Это правда. Они же кинули в меня мечом. Ну, по сути, в меня. Попали-то в чувака в этого. Нет, да ну ж... Раз, два, три. Поехали. Ёлочка, гори. Это его откинуло, конечно. Нормально, это срабатывает. Вот это очарование, оно не то, что прям очень полезное, оно отвлекает. То есть минус один юнит, который за тобой гоняется, что хорошо.
Поврежденный архив. Здесь, наверное, собрано все грязное белье камерты. Камераты. Сохраните. Если сейчас будет еще и третий файт, ну вас нафиг, ребят, серьезно, это нечестно. Идем прямо. Да, капитан. Я буду сохраняться, мне пофиг. Так, комната отдыха. Уровень защиты 100%. Думаю, если уж тебе предстоит часами просматривать файлы или бегать по всему городу, рано или поздно тебе понадобится передохнуть. Иди там открыто. Представь, что меня здесь нет. Умыться? То есть она типа сходила в туалет, освежилась. Но, ну, как бы, restroom, я понимаю, откуда взялась надпись «комната отдыха», но по сути это же немножечко другое. Мы на самом верху, здесь самые старые архивы. Процесс улучшен. Помощник 3.0. Так, погоди. Вне досягаемости. Гаси. Так, а можно, пожалуйста... Но я же никуда... Зачем? Я же никуда не бегу. А, я забыл, что я четверку потерял. Извините, а чё оно не лопнуло? Я так и помру. Блин, за 5 жизней придется ему наносить третий удар. Я не пойму, что вот это вот за фигня. Почему я частично не вижу того, что происходит? Почему мне приходится... вплотную подходить для того, чтобы выстрелить. Процесс уничтожен. Отлично, конечно, но... Не фан, не фан. Так, я скоростную потерял. Мне нужно что-то на скоростную атаку сейчас поставить будет. Посмотрим, что у меня оклемалось. Можно вот это, кстати, да. Выбрать функцию. Вот трешечку. Трешечку, наверное, сниму. Ой, изучить новое. Wave Tenegan. Вот это у тебя, чувак, лицо. Wave Tenegan применял тихую... Променял тихую жизнь приходского священника на карьеру альтернативного репортера в Клаудбанке. Фирменное сочетание приятных манер и от... Астросоциальных комментариев вознесло его на вершину популярности. Балансируя на границе между старыми и молодыми поколениями, Тенган занимал хорошую, продуманную позицию по многим вопросам, оказывающим влияние на развитие города. Так продолжалось до тех пор, пока на одной из традиционных встреч со слушателями он не познакомился с группой людей, которым было суждено навсегда изменить его судьбу.
Так, выбрать вот сюда вот. Будешь улучшать мне взрывы как таковой. А ты выбрать функцию. Ну, давай тоже сюда. Что мне остается? Оу, а у меня остается не так уж и много. Знаете что? Удалить. Выбрать. И поставим тебя в активную. Потому что это все-таки удар. Какой-никакой. Но это активный удар, которым я могу пользоваться. Так что, да. Наверное, вот так. Ну вот, так. Пофиг, оно под защитой. Это было неплохо, кстати. Да, хорош меня притягивать. Раз, два, три. Я больше ничего не могу сделать. Хорошо. Да ну хорош! Ну блин, она меня просто возвращает и все. Стой. Да чтоб тебя. Я не нажимал пробел. Фух, еле выжил. Бесит иногда, что пробел нажимается сам. Я этого не делаю. Так, ну-ка поближе. Прошлое города, все записано здесь. Будет стерто. Так как бы и ладно. Так, искра у меня восстановилась, которую я могу теперь закинуть как побочную функцию. Ну, давай вот сюда, вот, например. Снижение скорости стоимости хода. Ой-ой-ой-ой-ой, да, я хочу эту штуку, ты чё? Тут у нас новая появилась. Договоренность. В тот вечер после окончания мероприятия Тенган встретился с участниками группы, которые назвали себя Камерата. Они предложили Тенгану лично узнать правду о том, что происходит в городе, при условии, что он обещает не раскрывать никаких данных, указывающих на само существование этой группы. Тенган с легкостью произнес слова согласия, поскольку его любопытство не знало границ. Однако в глубине души он не собирался держать данное слово, поскольку его обязательства перед публикой не позволяли ему скрывать какую-либо информацию. Но сначала он должен был встретиться с участниками Камераты на их условиях. Камера... О, вот тут появилось новое еще. Про Сибил. Встреча с Ред. Сибил Райс познакомилась с Ред во время организации небольшой программы для перспективных талантов и была очарована сначала музыкой Ред, а потом и ей самой. Согласно записям в дневнике, Райс не могла найти объяснение некой загадочности и уверенности, которую она видела в Ред. Кроме того, Райс была расстроена тем, что Ред постепенно отдалялась от нее. В этот период Райс обратила внимание на отчужденное отношение к ней одного из приятелей Ред и пришла к выводу, что он настраивает Ред против нее. После этого Райс занялась разборкой личных планов по исправлению ситуации. Ох, блин, тут прям такое крутится одно на другое. По идее, вот выучив все это, я немножечко лор поднахватаюсь, по крайней мере. Терминальчик. Давайте посмотрим. Обход экрана безопасности один из двух. Авторизация. Подробнее. В данный момент доступа на крышу Прокетар закрыт. Обратитесь к авторизованному администратору в блоке технической службы или архиве для обхода управления. Так, стать отзыв. Спасибо. Подъемник вестибюль. Погоди, а разве...
это же архивы. Ну, допустим. Это мы были здесь. Хорошо, давай посмотрим в другой стороне. Экран безопасности. Это, по сути, который нам надо поднять. Смотрите. Половина блоков уже снята. Да, видите, один зеленый, один красный. То есть мне нужно... Прогуляемся на пляж. Ну, пойдем. Можно просто подумать сейчас о том, что будет происходить. Давайте. Обдуманная идея. Вот мы на пляже, но все, что я вижу перед собой, это умоляющее лицо Гранта. Когда мы до него доберемся, ты уже решил, что сделаешь с ним? Я вот решил. И все. Так, поехали в блок технической службы, получается. Ускоритель. Так, хорошо. Личное сообщение от Крендель и Эшер. Ну, Кендрел, Крендель. Послушаем. В этом нет ничего личного. Ты была ценным и специальным... Ценным специально отобранным ресурсом. Уникум. Но один из многих. Нам нужна была только твоя точка зрения, чтобы дать людям то, чего они хотели, сами того не зная. Это все, что нам было нужно. Все, чего, хотели чего хотел добиться Грант. Все остальное было второстепенно. Разве могли всего 4 человека сделать что-то правильное в этом городе, прослушивая только... прислушаться к своему голосу? Теперь мы знаем ответ на этот вопрос. Он сейчас у тебя, в твоих руках. Транзистор. Ответить? Да, ответить. Почему ты говоришь за Гранта? Кстати, да. Ну, точку доступа. Улучшать нам все равно нечего и некуда, вроде как. У нас максимально запитано. Или нет? У нас есть один поинт, но в один поинт мы ничего не впихнем. Может быть, кстати, возможность предотвращать... А тут у тебя возможность использовать большие функции... Большинство функций во время восстановления хода. И знаете чё? Ну-ка, давайте мы вместо собаки выберем вот эту штуку. Вот сюда. Попробуем, как оно будет играть таким образом. У нас появилось 2 поинта. Хорошо. Собак просто 4, это огромный. Но я так и не научился и правильно пользоваться именно какими-то. Ладно, сохранение прошло. Получается, нам сейчас нужно будет, ну, грубо говоря, открыть вторую половину замка, и потом мы попадем наверх. Поэтому открывать вторую половину замка мы уже пойдем в следующей серии. Спасибо, что были с нами. Всем удачи, добра, бобра. Всем молодышек. Всем покеда.